Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сегодня мы попробуем подключить микрофон к приставке PlayStation 4. Посмотрим, изменится ли качество звучания, проанализируем все это. Вот, в гостях у меня сегодня Дмитрий Яшков. Всем добрый день. Тестировать микрофон будет он. Также вот он сегодня будет записывать видео для своего канала. Название мы пока что еще не придумали, но в ближайшее время мы его вам уже объявим. Вот. Да, все думаем пока, как придумать получше, поинтереснее. Итак, приставку включили. Так, если вы зарегистрируете данное свое лицо, ну это пропускай. Это чтобы лицо ты подводишь. Сейчас я камеру чуть-чуть опущу. Вот. Ага. И вот она тебя типа ловит. Оп. И микрофон видно, да? Да пропусти ты этот, ты это уже делал. Да. Отменить добавление данного лица. Так, что, запускай игру. Вот, PlayStation камера имеет встроенный микрофон, говорит. Так, сейчас когда, смотри, вот эта картинка пропадает, нажимаешь вот Share. Все, можно уж пробовать. Да, для записи, которая кнопка. Это Share называется. Так, нет, еще одна. Вот. Показать игру. Так, сейчас посмотрим в настройках, что будет. YouTube, да? Так. Вот, включить показ видео с камеры. Включить в показы звук с микрофона. Вот у нас есть, да? Так. Потом... Теперь давай тебя настроим пока что. Нажимай Option. Так, настройки видеокамеры. Так, тебя видно? Квадратик нажми на джойстике. Нормально? Ну все, теперь квадратик, кружочек. Вот, назад. Кружок. И все, и подписывай трансляцию. Так, это мы пока что смотреть не будем. Мы посмотрим уже немного за тем, как вот Дмитрий будет озвучивать со стороны. Вот. А потом посмотрим, что у нас получится в итоге. Всем привет, это Дмитрий Яшков. Сегодня продолжаем смотреть кастомизацию бойцов Mortal Kombat. Мы завершили на Джаксе последний раз, когда я писал видео. Сегодня посмотрим остальных бойцов, которые остались. Итак, мы записали видео. Вот оно уже опубликовано на канале Дмитрия Яшкова. Мы ему подобрали сейчас название. Вот. Будет называться видеоканал Эйброда 5. Вот. Одним словом. Так, также я добавлю себе это видео, специальный плейлист с ним. Итак, посмотрим звук. Всем привет, это Дмитрий Яшков. Сегодня продолжаем смотреть кастомизацию бойцов Mortal Kombat. Мы завершили на Джаксе последний раз, когда я писал видео. Сегодня посмотрим остальных бойцов, которые остались. Так, а теперь сравним, как было, когда мы записывали звук на PlayStation камеру. Добрый день, с вами Дмитрий Яшков. Сегодня посмотрим кастомизацию всех бойцов Mortal Kombat. Что-то вроде бы так же, да? Делаю первую запись, пробую. Чувствуешь разницу? Как у меня получится? Там чуть. Тут какой-то вот.
необычные. Шумы, шумы, да? А микрофон есть у меня с подавлением шумов. Вот, шумы, да? А теперь включим вот это видео. В таком же. Нету, да, вот обосторонних шумов. Все-таки через микрофон лучше, да? А само произношение чувствуешь? Есть разница? То есть он все-таки приоритет ставит на микрофон все-таки. В общем, будем использовать теперь микрофон для озвучки, да? Будет не только один фильм, но и будет много продолжений. И говоришь ты, по-моему, тише тут, а звук громче, да? Там ты, по-моему, громче говорил просто, из-за этого громкость примерно одинаковая. Ну что ж, вот так.